Добрый день, дорогие зрители, с вами Миллер, и сейчас быстро по юго-восточному выходу на карте развязка. Главным ориентиром служит основное здание карты Идея, он же гипермаркет. Во-первых, этот выход находится спереди здания по правой стороне относительно его. Перед магазином можно определить по парадному входу и названиям сверху Идея и Ультра. Сзади на любом из углов здания вы увидите грузовой приемный пункт товаров, ну то есть понятно, что вы явно не спереди. Дополнительным ориентиром служит строй дороги на развязку. Чтобы вам воспользоваться данным выходом, нужно протиснуться между составами ближе к мосту по центру. Данному выходу идти достаточно долго, где-то минут 5 бега. При этом с данным выходом, если можно увидеть надпись «Идея» на магазине, то в мелком варианте из-за дальности. Выход выглядит как мост, под которым есть железная дорога и составы. Собственно, именно железная дорога – главное отличие от противоположного выхода, ну и углов. Если вы относительно данного выхода пойдете направо, то придете к разрушенному мосту по трассе через военные палатки. Если влево, то там через стройку, через малую зелень и по дороге к электростанции. Ну а на этом все. С вами был Миллер. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.